24 декабря в культурно-эстетическом центре состоялся литературно-музыкальный вечер «Предновогодние угрешские мелодии», который провела руководитель Литобъединения Угреша Елена Егорова. Началом этого прекрасного предновогоднего вечера стала презентация нового 5-го выпуска литературного альманаха «Угрешская лира» и выступление авторов альманаха и гостей, лауреатов премии Ярослава Смелякова. О, это ощущение, пришедшее из детства, что жизнь полна иллюзий и необычных действий, где в сказке новогодней казалось нам злодейство одним из безобидных, безоблачных злодейств. Ну а изюминкой программы было выступление солистов и ансамблей Народного оперного театра «Родник» под руководством Людмилы Алешкевич. В рамках литературно-музыкального вечера «Фойе Кэтс» прошла благотворительная книжная ярмарка в пользу детского проекта «Флаг над Кремлем». Все желающие смогли сделать пожертвования и приобрести книги для детей и взрослых. Сказки пушкинского детства «Мой березовый край», «Наш Дмитрий Донской», «Альманахи Угрешская лира», «История Угреши» и многие другие книги членов Литобъединения.